Хочешь выиграть 500 рублей? Тогда подпишись на канал, нажми на колокольчик, поставь лайк под этим видео и напиши комментарий. Подробности смотри в описании. Всем привет, друзья! Давненько не делал я обзоры на игры с выводом денег. Давайте посмотрим. Классную игру нашел, посоветовали мне. Судя по интерфейсу, довольно разнообразная, то есть не как эти простенькие игрушки, где собираешь золото, меняешь их и выводишь деньги. Здесь вот довольно богатый интерфейс и довольно много интересных приколюшек, скажем так. Итак, давайте посмотрим. Проекту 5 дней, 5300 уже выведено и 117 тысяч вложено. Довольно интересный расклад в этом плане, то есть касса правильно распределена. Давайте посмотрим, что у меня сейчас есть. Только зарегистрировался я. Зарегистрировался уже 10 числа, просто не заходил. Сегодня решил сделать обзор и посмотреть, в принципе, поизучать эту игру. Так, давайте перейдем. Это мой личный кабинет. Построю 3 штуки. Сейчас у меня серебра нету и, соответственно, я не могу купить. Но при регистрации дается 3 поля пшеницы бесплатно. То есть, вот я их уже построил. В деревню перейдем. Вот здесь вот будет вкладочка, они у вас будут. Так. Ну, в общем, тут изучать. И вот этого, по-моему, не было даже последний раз. А если честно, даже не знаю, что это. Постоянно что-то новое появляется, игра развивается, и мне кажется, это классно. Тут даже суть не в том, что сюда вложить деньги, а именно поиграть. Довольно интересно. Так, давайте пополним счет. Так, деревня, магазин. Вот за серебро можно покупать. Также, как видите, уровни можно дорастать до следующих уровней. И тоже довольно интересно. Так, серебро, игрушка. Так, ну здесь доступно тем, кто пополнил больше 20 рублей. Общение и инфо, соответственно. Так, давайте пополним. Это деньги, я так понимаю, на вывод. Здесь на... Вот. Давайте на 1000 рублей для начала. 10% на первое пополнение. Обменять монеты на золото. Так, на серебро точнее. Золото на серебро. Давайте пополним и уже посмотрим, что с этого получится. Так, подтверждаем. Переходим в аккаунт обратно. И, соответственно, давайте перейдем в магазин. Так, я могу купить свеклу. У меня 1100, то есть эквивалент 1 рубль к 1 серебру равняется. Так, давайте вот так пощелкаем. Здесь есть уже дальше 6 уровня доступные здания, которые приносят довольно уже ощутимую прибыль. По 30 копеек в час, я вот смотрю, здесь по 8 рублей в час банк, который стоит уже 15 тысяч серебра. Ну и здесь, соответственно, посчитаете. Вот опыт для перехода на уровень доступно построек, и, соответственно, все правила здесь будут написаны. Давайте перейдем в деревню, я уж не буду сильно заострять внимание, чтобы не затягивать видео на постройках. А ссылочка будет в описании, сами все посмотрите. Сразу говорю, довольно интересная игра, чисто вот посидеть, убить время, почему бы и нет. Также конкурсы, новости, ну, опять же, серфинг есть. Давайте посмотрим, что это такое. Ну да, то есть реклама, 6 просмотров доступно, и вы, так, деньги зачисляются на отдельный счет. Смотрите в следующем разделе «Портфель». Ну, в общем, да, тоже поизучаете. Много всякого интересного. И самое главное, то, что постоянно здесь что-то добавляется. Ну вот, в принципе, все, что я хотел рассказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду ваших комментариев по поводу этого проекта. Всем спасибо. До свидания.